Здравствуйте, рады приветствовать на передаче «Выпуск тура». Речь пойдет про Сильверлигу, у нас 7-й тур. И начнем мы с матча «Люксор Мастер Сервис». Сбегая вперед, хотелось бы сказать, что «Люксор Мастер Сервис» и «Dream Team Стельмах» сыграли 5-5 и там, и там. Мало того, и команда «Амкал», играя против «Мотылей», позволила «Мотылям» забить 5 мячей, но «Амкал», правда, забил 2. Такие совпадения по счету, с точки зрения математики, довольно-таки редко бывают. «Люксор» собрался на эту встречу далеко не хорошо, и, казалось бы, матч все-таки слегка носит такой... товарищеский характер. Мастер Сервис, тоже у них были проблемы со сбором, но все-таки организация у этой команды на высоком уровне. Вырваться кому-то не удалось. Весь матч, я бы так сказал, казалось бы, Мастер Сервис нагоняет Люксор, ведь Люксору удалось забить 3 быстрых мяча в первом тайме, а команде Мастер Сервис лишь только один. Но вот второй тайм и физическая подготовка игроков решила, по-моему, все. 5-5. Итоговый счет. Интервью от представителей команд. Игорь Мироненко, Люксор. Ну, найбільша проблема будет, мабуть, кадровый голод. Що на вашу думку потім призвело до того, що Мастер Сервис зрівняли рахунок і матч, мабуть, закінчився не так, як бачилося після першого тайму? Ну, призвело то, що, во-первых, у Люксора в принципе не было сбора, не то, что там плохо собрались, то есть все разъехались, что пришлось старикам выходить в бой, помогать. Вот. И плюс ко всему, те, кто пришли как бы на очки, они в принципе не сыграны. Да? То есть наша проблема во втором тайме в пропущенных голах, это постоянно кто-то бросал игрока, да? То есть, так, проанализировать. В целом, как бы, да, ребята перебегали, Мастер Сервиса замен было побольше. Ну, игрой довольны, в принципе, более-менее нормально. Будет лучше сбор, будет молодежь боевая, будет результат. Ну, а після першого тайму вірилося в перемогу? Чи все ж таки були побоювання? Ні, ну, вроді як по счету, да, но в цілому в тому, що видержать весь второй тайм в такому же темпі, відпосилки були, що не пойдем. Поэтому, чому принципі... вирішили саме на своїй половині зустрічати весь перший тайм? Поганий збір? Чи... Поганий збір, ніхто друг друга не знає, ніхто как бы, раніше друг з другом не грав, поэтому хто как буде грати, в принципі, було не ясно. Поэтому... Встречали закрытый футбол на контратаках. В принципе, первый тайм так результаты принял. За второй уже поплыли, потому что кинули. Ясно, дякую. Георгий Дозвоненко, Мастер Сервис. Два зовсім різні тайми ми побачили. В першому ви йшли вперед, старалися повністю цією командою бути на половині полі суперника, а в другому було набагато більше руху. Десь і на зустрічних курсах. Який футбол більше сподобався? Ну, мені кажется, второй тайм був повністю за нами. От, немного отыгрались. І, ну, сравнимо з первым, то, мені кажется, більше ударів було. Спочатку в первом таймі то ли боялись бити, то ли ще щось, ну, не було ударів совершенно. Там більше вже було по второму кругу, більше ударів. От, это, в принципі, понравилось. Яка була найбільша ваша перепона сьогодні для шляху до перемоги? Мне кажется, после второго гола, когда мы почувствовали, что можно забивать, уже тогда вот, первый гол как-то было все медленно, после первого гола, после второго уже более-менее начали отыгрывать. Вот. Вот так. Ну, если оценивать дії соперників, то чекали саме такого закрытого футбола від Люксора, чи навпаки? Мне кажется, ну, думали, что будет, наверное, как-то более открытый футбол, но оказалось чуть-чуть по-другому. Ну, это не страшно. Але загалом задоволені? Так, в принципі, хороша гра, але дуже плохий збор у нас. Це сказується одразу ж на командному боці. Дякую. Да, спасибо. Dream Team і Стельмах. 5-5, повторюсь, но в этой встрече Стельмах по-прежнему играет в свой футбол от защиты. Команда находится сейчас в данный момент на перестроении своей игры. И, конечно же, не так все идеально, как хотелось бы. Но уже всерьез... непростым соперником они являются для команд из Сильверлиги. Я думаю, Dream Team это ощутили и моментами достаточно нервно воспринимали какие-то незабитые свои, какие-то моменты, где друг друга не допоняли. И в целом, я бы так сказал, что Аль-Хувейш, забив последний пятый мяч, который позволил сравнять счет, позволил Dream Team... наверное, даже поверить в победу под конец матча. Но было уже поздно, и непонятно, кто же был ближе все-таки к тому, чтобы вырвать 3 очка в этом матче. Интервью от представителей команд.
Перфилев, Никита, привет. Сегодня ты стоял на воротах, видел все со стороны. У меня вопрос к тебе персонально, как ты создавал команду. Пугач Константин, он сегодня столько моментов, у него было столько классных шансов, но он отдавал передачи. Это на него чемпионский сезон ассистента повлиял лучшего? Или он все-таки просто не решался забивать? Да нет, братья Пугачи, они всегда пытаются раскатать до верного. У них всегда есть какие-то лишние передачи, мы пытаемся с ним очень сильно бороться, потому что есть какие-то очевидные вещи, где нужно отбить. Но они часто вот делают эти лишние передачи. Это сегодня они были, в принципе, оправданы, правда, немного неточные, не доходили до игроков. Если посмотреть сегодня, соперник сам это отметил, он пытался вас догонять, как бы прижимал в конце серьезно, но вы вот продемонстрировали хорошую игру, ни нового не было. Как ты считаешь, сказалось ли это на составе игры сегодня, или все-таки настроение было отличное, и вы близки были к победе? Ну, мы в любом случае, у нас была задача не проиграть этот матч, потому что прошлую игру мы проиграли с этим соперником, и была задача показать максимум, что мы можем. Плюс сейчас мы начали, вы обратили на внимание, играть защитный более футбол. И в каком-то смысле ничья это отражает сейчас на футбол. Я пропустил на самом деле штуки три ненужных мяча, вообще очень дурацких, ну, тоже мои персональные как бы недоработки на воротах, но вот как получилось. Но могли побеждать, но я думаю, из-за меня на самом деле счет ничейный. Спасибо за интервью. Мастер, Александр, приветствую. 5-5, боевая ничья. Но у меня интересный вопрос к тебе. Кто сегодня больше заслужил победу, учитывая, что Стельмах много своих моментов не реализовывал, а слишком доверенно выиграл? А вы делали ставку на дальний удар. Твое мнение? Нет. Сразу могу согласиться, соперник заслуживал на победу. Они раскатывали мяч, атаковали, пытались защищаться ромбом. Все, как говорится, по футзалу. Мы, скажем так, была недооценка соперника, но все-таки выше них находимся. Может быть, это сыграло ключевую, скажем так, злую шутку. Соперник заслуживал на победу, мы забили все, что смогли, а соперник все, что реализовал. А устал после матча, удалось ли им смотать вас, или к чему бы было, пришла бы игра, если бы еще 5 минут дали, как ты думаешь? Или опять могло бы все так же закончиться? Честно говоря, мы их догоняли по ходу матча. У нас было желание все-таки выиграть соперника. Мы чувствуем, скажем так, какую-то силу над соперником. И уже видим уже мяч у ворот. Это опять-таки нам не дает возможность, скажем так, выиграть в первом тайме, грубо говоря. Да? Оставляем все на второй, потом догоняем. Вот. Но судя по счету, я думаю, это все, что мы наработали. Спасибо за интервью. Спасибо. Амкал и Мотыли. И, пожалуй, первый тайм я отдам предпочтение команде Амкал. Они играли хорошо, широко и в целом, казалось бы, понимают, как сыграть против Мотылей. Ведь им удалось в первом круге обыграть этих соперников. Мотыли же все-таки подошли чуть осознаннее, хоть и состав был не так хорош на эту встречу, и казалось бы, вот же он принципиальный соперник, которого тоже можно обыграть и улучшить свою статистику и в целом порадовать себя, но и этого сбора из 6 футболистов для Мотылей было достаточно. В какой-то момент во втором тайме вопрос стал, кто лучше завершит свои моменты. И как раз таки Мотыли с ними справились на отлично. На 27-й минуте забивает Каменчук с передачей Стрельченко. И, на мой взгляд, это стал такой переломный момент в игре. После чего еще удалось забить 2 раза и поставить точку в этом матче. 5-2. Повторюсь, исход этой встречи. Интервью от представителей команд. Каменчук, Никита, 5-2 вы побеждаете. Первый тайм, на самом деле, совершенно равный. Даже старт второго тайма. Потом все-таки выигрываете. Мне казалось, на моральном ли вы? Как ты считаешь, за счет чего победили? Да, где-то в первом тайме было как-то тяжело довольно. Ну, возможно, у нас одна замена. Это, может, сказалось где-то. Где-то не попадали. Ну, моменты были у Ромы Закалюжина. Ну, где-то не шло в ворота. В втором тайме, возможно, они подсели все-таки где-то. И стало лучше. Уже выбегали в контратаки, получилось реализовывать моменты. Где-то, ну, за счет этого, я думаю, где-то выиграли. А если обратить внимание, переломный момент, когда был, как ты считаешь? Шла. Ну, возможно, вот контратаки опять-таки, где с Романом мы убежали, я забил там третий, уже повели. Потом с Ромой мы убежали еще в одну контратаку, четвертый забили, уже где-то стало спокойнее. Ну, в завершении там пятый уже как бы игру как бы закончили. Ну, а так команда молодцы, они бились до конца. Было интересно, заставили, так сказать, попереживать. После первого тайма не было уверенности где-то, что
сможем взять победу. За это мы и любим футбол. Да, спасибо вам большое. Привет, Дмитрий, привет. Проигрываете вы сегодня 5-2, вот так на счет взглянул, конечно, борьбы не было. Но борьба была, и очень хороший футбол показали. Где-то начали нервничать, когда они повели в счет. Как считаешь, почему не смогли сегодня зацепиться, потеряли уверенность, когда проигрывали в счете, не реализовали свои моменты? Моменты были очень как-то крутые. Что ты об этом скажешь? Во-первых, мы не реализовали много моментов из-за такой счет. Ну и вообще, я считаю, нелепые голы, мы очень плохо играем в защите. Просто в их матчах просто кидут вперед, вынос и... На контратаках они забивают практически все. И вот так бывает, что мы проигрываем. Какая-то подготовка к сопернику была, ведь соперник играет классно на контратаках. Это мы знаем, как организаторы, мы видим их игры. Вы что-то просматривали, какая-то подготовка была? Просто матч не смотрел, мы вообще по первому кругу мы их выиграли, и все, потом они завелись, и тут у всех выиграли. Вот так. Поэтому мы к ним готовились, но вышло так, что на такой сбор. Ну, хороший сбор, но могло быть лучше. Здесь было счет 9, но 9 на 6, я думаю, их все равно как-то перебегали. Да. После такого матча осадок остается или все же какие-то приятные впечатления? Ну, конечно, осадок. Мы, если бы мы их выиграли, мы бы вроде бы за первое, так трое, третье. Спасибо за интервью.